Ну, естественно. Ну, естественно. А кто еще здесь мог быть? А... Да, ничего не говори, Конь. Ничего ему не говори. Да. Какие еще у вас тайны, ребят, припасены? Есть что-то. Есть что-то, да? Ну, судя по вашим номерам, у вас все время есть что-то. И у меня тоже. Кого будем благодарить? Список большой, Владимир, но это между нами, окей? Окей. Поехали. Театр на ходулях, Люменов шоу. Руководитель Арсен Люманов, спасибо. Партнер парк Киевская Русь. Почувствуйте дух древнего Киева 10-го столетия. Группа Барабашоу за вдохновение. Компания U1, Dead Not Dead. Саша Гизман и ивент-агентство Showtime. Спасибо. Это было выступление или начнем? Это было. Поехали, ребят. Удачи. Темный лес. 23:45. Перекресток двух тропинок. Теперь фазан должен прокричать 3 раза. Кунку-дунку, повелитель леса, это все принадлежит мне! 2 ветки. Что ты хочешь? Я ничего не хочу. Не ты. Вот, прочти. Кирнил Нотна. Антон Лирник. Что ты хочешь, женщина? Я хочу, чтобы он стал знаменитый и популярный. Серьезно? Да успокойте малыша! Так оно и будет. Спасибо, очень просто. Но! Через 40 лет его ждет возмездие. Он будет работать на худшем телеканале страны. УТ-1? Хуже! УТ-0? Хуже! Он будет работать на телеканале Чечевица ТВ! А-ха-ха-ха-ха! Это уже я смеюсь! А-ха-ха-ха-ха! Чечевица ТВ. Канал с самыми низкорейтинговыми телешоу. Тату на тата. Меняю жингу на камень. Жарим речную рыбу с Вячеславом Пиховщиком. Канал с аудиторией в 1 человек. И то из-за того, что я просто забыл выключить дома телевизор. Но удача или поражение. С телеканалом подписал контракт Антон Лирник. Пицца открыта! Привет, Лиди! О, господи, Джек! Поцелуемся! Джек! Ты удивлена и испугалась, увидев меня? Да, ты так уверен в себе. А наш сериал называется «Главный герой в конце серии должен умереть». Да? Да? Ну, не такой уж я и уверен, и я пойду, наверное. Нет, нет, поцелуемся! Не так быстро, голубки! Дорогой! Ты так быстро вернулся из Аляски? Закончилось золото? Холодно. Покусали медведи? Холодно. Потерял паспорт? Холодно, на Аляске очень холодно! Там снег. Там столько снега, что если бы я там не был сам, я не поверил, что бывает. Бывает столько снега. А вы греетесь прямо у меня под носом. Но в принципе никто ведь не святой. Добрый вечер. О, священник! Ну да, священник, пиццу вам принес. Священник-пиццериец тянет на главного героя. Да, да, да. Да я не главный герой, он главный герой. Вот он медведя голыми руками съел. А ты его покрестил. А ты его мать. Остановитесь. Что ты скажешь на то, что ты умер 7 лет назад?
А вас не смущает, что в сериале женщину играет переодетый мужик? А ну быстро скажи, что ты мужчина! Так, прежде чем вы начнете стрелять, я должен... Поведи его! Ну что, по пирогу? Уэй! По пирогу! Стоп, всем спасибо, снято! Спасибо, Антон, это было очень плохо, так, отлично! Я прошу прощения, почему я... Во-первых, почему я постоянно играю в своей одежде? Это раз, да? Во-вторых... Почему я играю такие ужасные роли? Антон, мы знали, что этот день придет, поэтому мы приготовили для вас новое реалити-шоу. Найди Яна Табачника! Да, Антон, вы главный герой этого шоу! Мы вам даем кусок сала в пакете и 3 года на поиски! Удачи, Антон! Как он хотя бы выглядит, Ян Табачник? Ну, представьте, если бы Румыния была человеком! О, Господи! Вперед, Антон! Вперед, Антон! О, Господи! Не забудьте надеть костюм База Лайтера! А я напоминаю, генеральный спонсор нашего телеканала – Рекопсел. Рекопсел, спасибо, что течешь. Социально-политические диалоги с Курагой. Здравствуйте, 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 дамы и господа! Я бы с удовольствием продолжил наши диалоги, но я уже съел курагу. Поэтому наше новое шоу «Я жук, встречайте, Василий!» А я напоминаю, по правилам нашего шоу Василий должен превратиться в жука за 30 секунд. И если он этого не сделает, мы зарубим его мечами! У-у-у! Ну что ж, начали! Ну что ж, Василий в жука не превратился, поэтому несите мечи! Стойте, вы что? Стойте! Я жук! Я еще тот жучара, ну! Жучьи лапки! Нет, рубите его! Только что нам стало известно, что в зале количественно преобладают холерики-водолеи. Поэтому все сцены насилия мы будем заменять клипами Вадима Казаченко. Приятного просмотра. За окном метель кружится, и на речке лед. Итак, Антон. Это Ян Табачник. Нет, Антон, но костюм отличный. Ах ты маленькая врунья. Антон! Кто тебя научил врать? Антон, подожди! Ты не Ян Табачник! Следующая подсказка, Антон! Кусок вербы! Кусок вербы, Антон! Ты не Ян Табачник! Добрый-добрый вечер! В эфире любимое телешоу моего деда «Крипатура Тудей». Итак, встречайте! Крипатурщик года Анджело! Ай-яй! Ай-яй! Анджело, быстрее! Ай-яй! Трицепс! Трицепс! Остановитесь! В студию ворвалась рысь! Ай-яй! Зачем пришел? Ну что за жизнь? Здесь! Я поймал! Я поймал! Помогайте! Я поймал! Просто одинокая волчица! Да что ж такое? Да в чем дело? Я только что поймал человека, похожего на Яна Табачника! Господи! Что со мной не так? Не расстраивайся, Антон Ливник. Ты не нашел Яна Табачника, но зато нашел себя. Потому что Ян Табачник – это ты. Как я? Точно! Это ж я! Господи, все сходится! Господи! Жизнь мне давала столько подсказок! Я же Ян Табачник! Друзья, мало того, ты тоже Ян Табачник! Я тоже? Мы Ян Табачник! Нет, не только! Вон ты, мужик, с бородой в очках! Тебя никто не знает, ты Ян Табачник! Ты женщина! Тебе бы бороду! Ай, так вылитый Ян Табачник, друзья! Все, у кого в душе баян, все выходим сюда!
Мы все Ян Табачник! Найди в себе Яна Табачника! Ты парень! У тебя кривые руки, ты же вылитый баянист! Ты Ян Табачник! Нет, я Олег Скрипка! Ересь! Сжечь его! Сжечь его! Сжечь его! Жечь, 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 жечь! Белая, белая метелица! Но через 40 лет его ждет возмездие. Он будет работать на худшем телеканале страны — Чечевица ТВ. Ха-ха-ха-ха. Это я уже сейчас сам смеюсь. Ха-ха-ха-ха-ха. Тогда не нужно. Что? Не нужно, еще с ума сойдет. Чего? Эх, кучерявая, кучерявая, была бы ты на 20 лет моложе, я бы тоже был на 20 лет моложе. Жизнь! Инородный театр абсурда! Ваши аплодисменты, Воробушек! Спасибо! И Антон Лирник!